Плечи вниз, грудь вперед. Вот. Отлично. Правую ручку меняй. А то она жестко стоит. Да. Можешь нагибаться, в поясничке прогиб. Угу. Сильно не ломай. Зачем тафон в глазах? Не знаю, нравится. Увидел в свое время «Пираты Карибского моря» и понравилось мне, как татушка смотрится у Джека Воробья. И я решил, что мне нравится. А я живу своими желаниями. Отлично. Почему такой стиль у кого? Масса или у меня? Вот, пусть попа покажет. Это вам надо будет ждать. Красиво, так мило глазки. Ну, ваши мечты остаются при вас. В мечтах можете это делать сколько угодно. Я думаю, сойдет. На сушке загрузку зачем делать? Чтобы обмен веществ не замедлять. Потому что, когда вы на сушке делаете загрузку раз в 3-4 дня, в первой половине дня, разумеется, без целевой, а такой углеводный, то это приводит к тому, что у вас обмен веществ подускоряется, организм получает питательные вещества, и у вас есть энергия для более интенсивных тренировок. Уренгоя тоже от нас привет. Что в макияже с прической? Хвостик не то. Конечно, хвостик не то. Вот так всегда, конечно, лучше. Ну, обычно мы просто много работаем, и нам не всегда до этого. Соль на сушке обязательно нужно убирать, иначе практически все бесполезно. А почему у вас такой стиль с наклонностью пидорской? Ну, это у вас в России пидорские наклонности. А во всем мире это больше относится даже к рестлингу. Так что кому как. А сложные угли, да, лучше все-таки делать сложные угли. То есть, если вы делаете читми, вы можете сделать макарошки, вы можете сделать картошку, но желательно не съесть коротких углей. Объяснить про соль. Жир состоит из воды на 95%, а соль задерживает воду. И задерживает она воду в тканях, и в основном в жировых. Ждем вас с нетерпением в Риге. Мы, да, думаем, мы очень хотим попасть в Ригу. Этот город очень красивый, и там будет точно не менее круто, чем было в Таллине. Привет из Израиля, вы классные, спасибо. И наш пламенный привет из Израиля тоже. Массаж помогает от целлюлита? От целлюлита помогает движение. Чем больше вы двигаетесь, тем меньше целлюлита. Таня, здорово, сейчас в Дагестане, привет тебе. Спасибо, и Дагестану наш тоже большой привет. Как соевый соус? Качественный, но соевый качественный соус – это соль. Собственно, вот. Как тренировать подростков с избыточной массой и астмой? Ну, тут уже нужны рекомендации врача, и дальше начинается аккуратных тренировок, и, разумеется, это кардио. Надо понимать, чтобы сердечная система у него была к этому готова. Надо расстегнуть корсет. Мы его только что застегнули. Так, ребята, если я буду сейчас давать консультацию, мой перископ превратится в разговор с доктором Шпаком, поэтому давайте пишите в личку, если есть конкретные вопросы. Что принимать, чтобы сдвинуть с мертвой точки вес? Соль убрать и увеличивать кардио. Поверьте мне, если вы делаете кардио 40 минут, а перейдете на 2 часа в день, это кардинально изменит проблему. Более того, многие девочки не обращают на содержание белка никакого внимания. И это приводит к тому, что синтез белка в организме не увеличивается. Это приводит к тому, что обмен веществ ускоряется. Они достаточно вместе с этим связаны. В личку куда? В ВК, ВКонтакте. А хочу ли я ее? Ну, конечно, постоянно. Какой у тебя любимый ночной клуб в СПБ? Что ты посоветуешь Патришовей? Слушайте, не знаю, мы практически не ходим никуда. Да, мазь у меня горячая штучка. Это некрасивый костюм, но кому как, нам нравится. О, спасибо за ответ и еще один привет из Израиля. Спасибо. Да, нам грудь нравится тоже. Грудь твоя нравится? Да. Сейчас, подожди, надо тебя уменьшить. А что ты меня не уменьшаешься? Почему ты меня не уменьшаешься, Мася? Да. О. Так, под какую музыку тренишь? Под какую придется, но люблю, конечно, потяжелее. Загружаться на неделе, когда совсем углей мало? Нет, загружаться нужно по самочувствию. Как чувствуете, что реально пустеют мышцы, надо загружаться. Где в городе любим гулять? Честно говоря, не знаю. У нас мы теперь живем в Юнтово, у нас там полный лес, поэтому, наверное, гулять будем там. Почему голос грубоват? Не знаю. Потому что у нее папа десантник, поэтому у нее голос грубоват. Но это мой любимый голосок. Так. Все сообщения все равно не успеваю читать, потому что пока отвечаю на одно, вы напишите мне еще целых 10. Так что, извиняйте, это не потому, что я вас игнорирую. Кто она? Мася моя.
Фотосессия, да. Гормоны пьет? Нет, вообще никаких гормонов не пьет, ни мужских, ни женских. Как папа к дизайнеру к такому образу отнесся? Тяжело. В парке 300-летия бываете или ЦПКО? В ЦПКО бываем. 300-летие, наверное, тоже будем, потому что мы теперь в той стороне живем. А сколько такая грудь стоит? Грудь такая стоит усилий. Но вообще, на самом деле, грудь в Санкт-Петербурге стоит по-разному, а со 60 тысяч до 300. Какой рабочий вес в жиме у меня? Да сейчас никакой, я только начинаю восстанавливаться. А так 150 на 6. Папа знает, кто ее муж? Ну, конечно, знает папа, кто ее муж. Как может папа не знать, кто у нее муж? Как тебе Челябинские дороги? Да, веселые Челябинские дороги. Знаете, что интересно, что у вас очень много камер, больше, чем в Санкт-Петербурге. Причем очень интересно, дорога разбитая, чтобы проехать, надо выехать на встречку. А камеры висят. Попу не доделали. Попу еще делаем. Мы с этим не спорим. Так что за точки на губах белые в последнем ролике на ютубе было видно. Вы имеете в виду это хейтеры фас? Честно говоря, не знаю. Я ролик не досмотрел до конца. У меня Мася цензор. Не знаю, может быть, неровно краска где-то ложилась, потому что ведь краска же выходит, ее как только вбили, она в течение 3 суток достаточно много, 80% уходит и отваливается вместе с отстаревшей кожей. Вот, и, соответственно, вот так вот. Поэтому, может быть, что-то там было такое. Что-то кожное. А, может быть, это поры были. У меня же, на самом деле, перманентная татуировка залазит немножко выше моей собственной губы. Соответственно, да, могли быть поры, точно. Как включить трицепс при режиме груди? Делать предварительное утомление на грудь. Может быть, даже суперсеток. То есть, 2 предварительных утомления на грудь, и потом уже идти на жим. Тогда грудь уйдет, трицепс не будет работать. Тебе нравится, как смотрит мужчина на мою жену? Честно говоря, ей, может быть, нравится. А в моем понимании, если кто-то что-то смотрит, это его личная проблема. Вот, смотреть не трогать. А так, смотрят, оценивают, хотят, молодцы. Всем до свидания. А костюмы в черных, всю костюмы в черных цветах. А, все костюмы в черных цветах. Да? Контраст белого и черного. Жена божественно красивая. Когда будет секс? Когда будет секс? Секс будет попозже, вечером, когда мы приедем домой. А что? Все? Пошел. Ну все, ребята, я думаю, увидимся уже на рабочей неделе. Всем пока. Как-то надо только ее хранить, чтобы она не путалась. А так очень. А мне можно будет одну такую твою фотку с корсетом отдать? Без проблем. Этой штучке.